как-то надо их побеждать, там. Не убивая, в смысле. Спасибо, Сэм. Скорее всего, ты прав. Спасибо, Криузук, подчеркивание, Сириан за души 50 и молвит, у меня было видение. Так. Со мной говорил Белиар. Он сказал, что у Андрюхи будет более 50 смертей, причем 4 во второй части. С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, вниз. В мрак и глубину. Козуха. Держись, правый. Лучше ни на что не натыкаться. Чё, козуха в конце ты сказал? Вы что там было? Ой-ой-ой, может я и зря это сделал. Етить! Да, зря это сделал, за два удара сжирает. Нифига, мне рейнджи не хватает. Етить, у него урона! Ладно, давайте еще раз в этом добротно получились, это я. Хоть и многие скептически относились к этому проекту. Ой-ой-ой-ой! Нет, ну люди духи, ну что началось? Умирал от тиков огня как раз. Тупо меня огнем они задышали. То есть у них здесь как драконье дыхание в готике. То есть стики огня могут просто наролиться вам, да, и посос будет. Если у вас резист маленький. Еть! Я же амулет надел! Я же амулет надел, твою мать! Ой. Куда ты, родной? Стой, стой. Тебе некуда идти! Ты умрешь! Не падай! Псих. Я ни при чем. Он сам, честно. Вы все сами видели. Да ну он должен здесь пойти за мной. Да что не так-то? Ой, дырку. И не в дырку тоже. Вот здесь я, наверное, могу тупо спрыгнуть вниз. По идее, высота небольшая. Джеронимо! Да ты серьезно, блин! Он мастер. Больше это. Тебе не стоит. Кто не смеет обижать моих людей? Не важно, он заслужил это. Ты не должен верить всему. Серьезно? Серьезно? Я возьму у тебя немного руды. Не хотел бы я оказаться на его месте. Увидь. Да. Чтобы выманить, ну, то есть полностью сделать склад, надо к другому парню. Блядь, это серьезно? Да ты серьезно? Ты не ушел, что ли, блядь? Эх, жаль, мы не посмотрели на, в этой комнате эту сцену. А, нет! Оу, май! Оу, май! Валя! Валя, ты такая, сука! У меня теща недалеко от меня живет, поэтому как бы... Да. Я так рад, что она ушла к теще. Вы не представляете. Я могу говорить об этом, и меня никто не убьет. Слава тебе, Господи. Сохранить. Во.
Выйди, выйди из текстур! Ну, на самом деле, больше урона, насколько я помню, иду. Отогрелся, по-моему. А, блядь! Нет, нет, живи, живи, пожалуйста, пожалуйста, нет, нет, твою мать, нет! Давай, 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 в топку Авелиуста! В топку его приоритеты по жизни, в пизду подальше и поглубже! Я жив, я жив, я жив, я жив, я жив вроде. Ой, бизончики здесь ходят красивые, какие, ёб, студейт, это ж твою мать! О, да, о! Ох, мы что нашли? Ребят, вы такой... Я не видел такого. О, о, пасхалочка. О, вот это я понимаю. Можно отойти ненадолго, а? Хорошо, владение. Да я за... Ненавижу! Чего? Ой, слава тебе, Костя! Давай сюда! Вы это видели? Вы это видели? Я думаю, ты не будешь возражать, что? Если я заберу как? Немного руды. Нельзя было. То есть он просто, я через ЛКМ сделал. Мы пришли. Пришло время и открыть портал. То есть имеется в виду, пора прощаться с миром. Это так. Мы покидаем мир, но нас ждет неизведанная страна. Ну, ребят, хороший обогреватель. Че, как Сион сзади прям. Открываем. Ну тогда вперед. Портал, ведущий в мир. Я сделал 30-х игры на УДС. Чтобы нас не ожидало, это совсем другая история. О, можно выдохнуть, слава тебе, Господи. Королевские войска и паладины вновь станут многочисленны и будут прирастать могуществом, гордостью и силой. Долгие годы Ли покушался на жизнь короля из-за предательства совершенного Рабар. Король Рабар мертв. Наконец, 34 сам стрим. Теперь Ли станет генералом армии. Под его сильным руководством раздробленные отряды людей вновь воссоединятся. Его война с орками закончится только на дырку. Дырку. И не в дырку тоже. Вот здесь я, наверное, могу тупо спрыгнуть вниз. По идее, высота небольшая. Джеронимо!